Омские заключенные сделали для слепых макеты городских достопримечательностей. 5 миниатюрных зданий сотрудники УФСИН по Омской области передали библиотеке Пушкина. Тобольские ворота, генерал-губернаторский дворец, Академия транспорта, дом со шпилем и музыкальный театр из дерева и папье-маше. Мастера 5 колоний на основе фотографий из книг трудились над своими творениями более полугода. Если раньше инвалиды по зрению только слышали об этих зданиях, то теперь они смогут оценить архитектуру омских достопримечательностей в буквальном смысле на ощупь. Макет здания дает возможность представить незрячему человеку объем и форму здания, архитектурные детали, постичь общую композицию сооружения. Все здорово сделаны макеты, но особенно я в восторге от макета транспортного института. Настолько все проработано, вот детально. Там даже есть фигурки вот служб железной дороги, которые венчают колонны. Это не профессиональные мастера, но это люди, которые работают с открытым сердцем, с открытой душой. Мы будем продолжать сотрудничество с библиотекой Пушкина. Сейчас у нас главная задача сделать макет самой библиотеки.